поступила в тяжелом состоянии с явлениями преждевременной отслойки нормально расположенной плаценты при сроке 27-28 недель. Вот родился очень тяжелый ребенок, 600 граммов. Женщина была спасена, теперь задача спасти ребеночка. Да. Делается все возможное для того, чтобы этот ребенок прошел этот самый сложный этап. Называется метод кенгуру. Метод кенгуру, сами понимаете, да? Кенгуру как своих детей, да, держит в своей сумке. Это точно так, такие же условия создаются для маленьких недоношенных детей, чтобы они принимали тепло матери и любить всю матери. В то же время становился контакт. Желательно мы объясняем, что желательно вертикальные роды, чем на спине роды.